20 апреля 2016 года. Мы находимся на поле, где посеяна морковка фирмы Семенис Апака. Густота, мы видим густоту уже всходов. Здесь посеяно 8 рядков на 950 миллиметров ширины по крайним сошнякам. Посев производился после фрезерования почвы. Это был посев, произведен 1-2 марта. Тут уже был произведен полив. Сейчас компания роста определяет здесь интервалы между семенами всходов. Интересен показатель тот, что с посеянной сеялкой сот 4/2 с высевающим аппаратом ВАЗ-52, диаметр пальчиков 10 пальчиков по 3 мм, с глубиной 2,2 мм. Данный гибрид фракции 1,6-1,8 мм. Интерес состоит в том, что не всегда пневматические сеялки могут посеять мелкие семена гибридной моркови. Мы видим, сходы хорошие. И немножко об экономике, как компания роста помогает фермеру за один день окупить свою же сеялку. Разница в стоимости семена фракции 2,4, 2,6 абака или 1,6, 1,8 в 200 евро. За один световой день можно посеять 6 гектар. Умножаем 6 гектар на 200 евро, получаем 1200 евро. Таким образом, за один рабочий день можно окупить сеялку точно высев механическую с конструкцией ВАЗ-52. Как видно, поле в хорошем состоянии. И по качеству всходов сейчас реально видно, что нет пропусков, нет тройников, двойников на этом поле.